Здравствуйте, у вас все нормально здесь? А где у вас журнал? Все, вот, прибытие. Лицо полиции – это патрульно-постовая служба. Именно они всегда на виду и на страже общественной безопасности. Пресекают административные правонарушения, раскрывают преступления по горячим следам, выезжают на семейно-бытовые скандалы, а еще оказывают помощь потерпевшим гражданам и выявляют несовершеннолетних, нарушающих общественный порядок. Денис служит в ППС Одинцовского округа уже 17 лет. Признается, что за все это время ни разу не возникло желания перейти в другое подразделение. Работа нравится. Здесь как бы разнообразие постоянное. Постоянно находишься с людьми, постоянно в движении. Вот этим только и привлекает эта служба. Ну и, соответственно, оказание помощи гражданам. Работа с обращениями граждан, составление протоколов об административных правонарушениях, выявлении и раскрытии преступлений – основные обязанности участковых уполномоченных полиции. Именно они больше всего общаются с жителями. Однако заявления от граждан принимают не только участковые уполномоченные, но и сотрудники дежурной части. Дежурная часть, здравствуйте. Именно отсюда и начинается любой отдел полиции, как театр с вешалки. Постоянные звонки, фиксация обращений в журнале и желание помочь людям. Сотрудникам необходимы внимательность и скорость реакции. Отсюда ведется круглосуточное управление всеми оперативными службами полиции. Идет непрерывный сбор информации о криминогенной обстановке. Интерес к общению с людьми, готовность выслушать каждого и необходимость в любой ситуации оставаться объективным – качество идеального дознавателя. Работа очень интересная, мне очень работа эта нравится. Я уже работаю в данном ОВД 12 лет. В должности дознавателя я работаю 9 лет. И в расследовании уголовных дел это мой просто смысл жизни. И продолжаю расследовать. Продолжаю работать. Венцом работы органов внутренних дел можно считать следствие. Сотрудники управления расследуют уголовные дела, ищут доказательства вины подозреваемого, собирают улики, проводят допросы и направляют дела в суд. В сборе доказательной базы следователям помогают эксперты-криминалисты. Включаем прибор, создается электромагнитное поле, пыль вся притягивается на поверхность, то есть мы его переворачиваем, мы видим след. Так работает один из самых любопытных аппаратов – следокоп. А вообще в черном чемоданчике эксперта много интересных и нужных вещей. Цифровая фотокамера, фонарики, разнообразные порошки и кисти. Есть и специальная химическая лаборатория, где проводят экспертизы по психотропным и наркотическим веществам. Случаев не бывает прямо неинтересных. Каждая экспертиза, она по-своему интересна и постоянно, опять же, и преступный мир не стоит на месте. Постоянно сталкиваемся с новыми веществами и, как бы сказать, очень интересно наблюдать именно, какие вещества поступают и какие схемы придумывают преступники. Именно незаконные, кустарные. Педагогические навыки совсем не лишние для полицейских в отделе по делам несовершеннолетних. Здесь сотрудники проводят беседы со школьниками, общаются с их родителями, навещают неблагополучные семьи. Мы активно взаимодействуем с представителями различных образовательных учреждений. Мы ведем работу с учащимися, направленную на профилактику различных правонарушений и преступлений со стороны несовершеннолетних, а также не забываем иногда проводить агитационную работу, направленную на привлечение новых кадров в органы внутренних дел. Новым кадрам в окружном управлении МВД будут рады. Это второе по численности личного состава подразделения в Московской области. Сейчас прежде всего нужны полицейские патрульно-постовой службы, следователи, оперативные дежурные и их помощники. Приходят молодые люди, они получают высшее образование, они уже нас назначаются на офицерские должности. И, соответственно, мы ждем всегда пополнения в наши ряды, в отдельный батальон патрульно-постовой службы, потому что батальон у нас многочисленный. 214 у нас насчитывает сотрудников в батальоне. Так что ждем на службу. Как во всех ведомственных структурах, в управлении есть льготы для кандидатов и сотрудников органов внутренних дел. У нас большие отпуска в органах внутренних дел. Отпуска 40 дней, соответственно, плюс уже дополнительные отпуска за ненормированный служебный день, это 7 дней или 9 дней, плюс, соответственно, и за выслугу. То есть у нас отпуска у сотрудников полиции, которые уже определенное количество поработали, свыше 60 дней. Провести отпуск можно в санаториях Министерства внутренних дел, которые размещены по всей России. Сотрудники управления могут получить там лечение, отдохнуть, восстановить свои силы, чтобы затем вернуться к службе, которая, как известно, опасна и трудна. Мария Шматкова, Наталья Гончарова, Артем Ломоносов, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».